У Гомельском центре инклюзивной культуры прошли мастер-классы для детей и молодых людей с инвалидностью. Занятки проводили хореографы и музыканты со Швеции и Великобритании. Их выником стал перформанс с уделом прикладно 30 человек. Мастер-классы проходили в рамках совместного проекта «Софит 2.0». Гомельской организации Белорусской ассоциации допомоги детям инвалидам и молодым инвалидам, а так само шведской культурной организации «Share Music and Performing Arts». Проект «Софит-2» является продолжением проекта «Софит», что вполне закономерно, который проходил по всей республике, охватывал целую республику и был сотрудничеством между шведской культурной организацией «Share Music and Performing Arts» и обществом «Белобдеми». Сейчас этот проект настолько был удачен и успешен, что он получил продолжение, и мы проводим в Гомеле как бы углубленную версию. Супрацовництво белорусской и шведской организации протягивается. У ближайшие 3 года они будут проводить совместные семинары и мастер-классы по инклюзивной творчести. Удельничать в мероприемствах будут не только люди с обмежеванными махчимостями, але и волонтеры, деячи культуры, представники адукацийной и социальной сфер. Совместная творчесть и взаимодействие да поможет развить потенциал людей с инвалидностью и притягнуть их до больше активного удела в громадском житті.